Genius SP HF 1800A – одна из наиболее дорогих систем производителя среди решений в формате 2.0. Эти колонки могут использоваться как в паре с вашим компьютером, так и подключаться к плееру или телефону. Массивные колонки высотой 38 см выглядят достаточно внушительно. Для их создания использовались панели MDF, которые отлично смотрятся в черном цвете. Колонки имеют шероховатое покрытие, и лишь спереди вы увидите глянцевый пластик. Динамики не прикрыты защитными панелями, что делает систему более привлекательной внешне. Решение оптимально для использования в роли мультимедийной акустики и может существенно расширить развлекательные возможности вашего компьютера. Для начала использования Genius SP HF 1800A стоит подключить систему к сети 220 вольт, соединить колонки между собой компактным кабелем и подключить их к источнику сигнала. На задней панели одного из динамиков вы увидите два аудиовхода – композитный и линейный. Дополнительный линейный вход расположен на передней части колонки рядом с гнездом для подключения наушников. Там же вы увидите регуляторы громкости – высоких и низких частот. Об активности системы сигнализирует синий светодиод, который светит очень ярко и, к сожалению, не отключается. В целом инсталляция Genius SP HF 1800A предельно проста, и установить акустику сможет даже ребенок. Каждый из сателлитов содержит три динамика. Низкочастотный и среднечастотный диаметром 4 дюйма и 1 дюйм твиттер. Результатом такой компоновки стал частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц и достаточно качественное, как для недорогой акустики, звучание. Суммарная мощность системы составляет 50 Вт, а соотношение сигнал-шум 85 дБ. На практике Genius SP HF 1800A выдает отличные высокие частоты, а вот средних порой явно недостаточно. Что же касается басов, то явные провалы ощутимы при громкости звучания свыше 60%. А значит, на качественное заполнение комнаты объемным звуком рассчитывать не приходится. Мы рекомендуем использовать эту акустическую систему для прослушивания музыки и просмотра фильмов, но никак не для организации вечеринки с ударом на тяжелый рок. Недостаток средних частот можно услышать, только выкрутив громкость до упора. Но если вы не планируете знакомить соседей со своей фонотекой, возможностей этой недорогой акустики вам точно хватит.